Черговая приступка у развитии франко-белорусских отношений. У Бресте открылось первое в Беларуси гоноровое консульство Франции. Де-факто гоноровое консульство Франции у Бресте працует уже несколько месяцев. И вот теперь урочистая церемония открытия дипломатического представительства, на которую были запрошены керовники дипмиссии, которые размещаются у Бресте, керовництва города и в области. Гоноровое консульство Франции у Бресте повинно посприять развитию франко-белорусского сотрудничества во всех галинах. Для нас великий гонор открыть первое гоноровое консульство Франции у Бресте. Конечно, присутность французской диаспоры тут сегодня вельми обмежована, але уже многие проекты запущены, и с их развитием отповедно повеличится и диаспора. Присутность Франции станет более значной, и гоноровый консул Спадар Стаецкий уже ведет перемовы по проектах и с белорусским, и с французским боками. Гоноровый консул Леонид Стаецкий – ведомый у Бресте бизнесмен. Такий бок деятельности консульства, как содействие развитию гандлево-экономичных отношений, он называет одним из приоритетных. Один из вопросов, в том числе и мой, это усиление. И губернатор, когда я с ним разговаривал, мне поставил такую цель, вот, чтобы мы усилили экономическое сотрудничество нашего региона именно с французами. У нас уже есть договоренность с французским Брестом в нескольких областях, связанных там с рыбой, с коммерцией. Еще один накерунок деятельности консульства – развитие адукационных сувязей. Выкладание французской мовы у 15-й Брестской школе педагогами с Франции чекается уже с наступного года. Языки надо учить носителями языка. Вот. И я сделаю все, чтобы в 15-й школе работали носители французского языка, преподаватели. Консульство будет содействовать и развитию культурных отношений. На первом поверсе дип-установы планируется открыть французский культурный центр. Людмила Салзина, Тиграна Копян, областные новины, Брест.